Ты хочешь быть нормальным подростком? У меня для тебя новости. Ты не нормальная, Дорис. Кто такая Дорис? Это я. По-твоему, это подходящее место для него? Ты бы сказала это о любом месте. Мой брат умирает. Он не разговаривает уже много лет. Мне так жаль. Моя жена умерла. Мой отец умер, когда мне было 3. Боже, это не соревнование. Думаю, мне стоит ночевать с ним, чтобы твоему брату не было слишком одиноко. Он мой ребенок, когда ему больно, мне больно. Я тоже твой ребенок. А как же моя боль? Ради бога, дай мне передохнуть. Если вам нужно место для вечеринки, можете прийти ко мне домой. Моей мамы там не будет, и вы можете делать все, что захотите. Боже, я должна всем рассказать. Но кто ты? Все говорят, что этот район страшный, но... Когда ты в нем оказываешься, он оказывается не таким уж и страшным. Спасибо! Тяжело ухаживать за больными людьми. Порой нужен перерыв. О, я желаю, чтобы Нейт поцеловал Дорис. О-о-о! Он мог умереть, а тебя здесь не было. Как только твой брат ушел, его больше нет. И тебе будет не хватать заботы о нем. Ты будешь скучать по всему, о всем хорошем и о всем плохом. Мы снова будем радоваться, ты и я. Я снова научусь быть радостной. Солнечный берег. Дорис, имя старушки. Так звали мою бабушку. Она умерла в день моего рождения. Боже, есть ли хоть один разговор с тобой, который не был бы, например, основательно депрессивным? Ролик озвучен студией IndigoFilms.online.